Привет, други. После бассейна домой пришла, искупалась и на два или полтора часа вот вырубилась, блин. От меня хлоркой пахло, отмылась. Помылась, покушали, купила шашлык же, шашлык поели и завалила спать на полтора часа. Проснулась вот, взрыв на макаронной фабрике, волосы отросли уже. А сейчас думаю, поужинали, сейчас полдевятого. Ой, сейчас. Забыла, 8:20 пошла маме, глаза закапала. Дочь передала вот такие, не знаю, где она купила. Фрутомикс. Натуральные фруктовые чипсы. Блин, капец, сегодня попробовали. Здесь, прикиньте, арбуз сушеный. Хурма сушеная, дыня тоненькие, дыня сушеная, прямо натуральный вкус дыни. Ну, яблоки это понятно. Апельсины. А, здесь еще вот бананы. Бананы, целая стопка. Больше всех яблоки понравились. Арбузы. Вот так. Дыни натуральный вкус. А банан не пробовала. Банан, банан. Я что делаю? Вот такое. То ли сына, то ли брата, то ли даже папина. Нательное белье было, помните, мужское? Кальсоны и верху такое. Здесь вот внутри как фланелька. А здесь трикотажные. Решила внучке шапочку шить. Что-то я ночью подкашливала. И когда лежала, у меня, например, голова подмерзает. Она утро встала, у нее что-то из носа, нос забитый был. Ночью потеет. Я вот решила шапочку шить. Короче, знаете, шапочка какая? Как у новорожденных чепчики были такие, завязки такие, чепчики. Я дочь раньше шила. Сейчас поближе покажу. Вот. Внутри не обрабатывал, друзья мои. Чтобы толщины толк не было. Вот. Здесь 4 слоя. Она тоненькая же. Вот видите, здесь такое пушистое внутри. Нательное. А здесь трикотажное. Уже стиранное, перестиранное. Здесь вот такими ромбами. А сзади здесь двойная ткань. Там, видите, маленькие ломбики. И вот тесемку сейчас длинную построчу. И потом на внучке померяем. Сейчас. Больше всех яблоко понравилось. Поздоровайся. Всем привет. Принесла бабушке. Жанель, есть жаба сэш? Угу. Рахмет. Закрыл, называется. Ну, а почему нет? Она говорит, а Пашка, я заберу эту шапочку. Я говорю, зачем она тебе в городе нужна? В садик не один же, он говорит, я в садик буду надевать. Я говорю, нет, смеяться буду. Маленькая же еще. И все равно где-то, знаете, ночью подмерзнет. А так будет в тепле спать. Ой, сегодня вообще не спала.
Ночью сплю, она с левой стороны лежала. Ночью сплю на спине. И такой удар в глаз. Тарс только. Кулачок маленький же, она, видимо, так вот руку откинула. И кулачок прямо аккурат в глаз. Думала, все, фингал будет. Отвернулась сюда. Потом не, на одну боку уже тяжело спать. Потом ночью, видимо, перевернулась и вот так легла. А что вы думаете? Второй кулак прилетел в глаз. Утром думала, встану, фингал будет под тем глазом. Прям кулачок маленький, как раз в глазное вот это яблоко, впадину. Один до второй. Видимо, поэтому еще после обеда уснула. Что ночью не только не поспала. И в 4 часа, в 4 утра, представляете, Симон начала орать в коридоре. Потому что мама в зале дверь закрыла. Мы дверь закрыли. Там, где я раньше спала, думаю, чтобы она Симона под одеяло не залезла. Там дверь закрыла только в коридоре. И с 4 утра до 6 утра. Ох, концерты. Лень было вставать. Ох, елки, я с вами заговорилась и... Ну все, сейчас я померяю. Надо было защипы сделать. Забыла. Сейчас на Жанель померяем. Если защипы нужны, значит опять подпарю. Иголки поубирать. Жанеля! Жанеля! Иди сюда! Давай! Здесь все померяем. Иди сюда, не надо на камеру смотреть. Давай. Жанель, на меня смотри, Нина. О, не нужны защипы. Ну-ка. Вот такая девочка будет. Сзади покажи. Так, повернись. Вот такая. Все. Шуруйте, мадам. Дверь мадам, такой. Мадам. Искра вас аж? Не надо защипы. Я думала, знаете, когда детскую чепчик шьешь, вот здесь вот такой защип делают. Вот здесь, с той стороны, здесь не надо. Вот такой защип обычно делается. Вот так, чтобы она была. Хоба. Хорошая шапочка. Мягкая-мягкая тканюшка. Стирана-перестирана, не знаю, то ли сына, то ли брата, то ли отца. Видите, здесь вот так прострочила. А здесь крупный ромб. Значит, не надо. На выставку не отправлять. Сейчас я иголочкой здесь прихвачу. Ребенок, он как цыпленок же. Цыплята же, когда маленькие, в инкубаторе лежат, именно пока не вырастут большие, их вот в тепле держат. Под лампой, в тепле. Поэтому ночью иногда раскрываются, не всегда проснешься. А так, тем более, постоянно болеет, простывает. В садике дочь ходила на утренник, говорит, мама, там капец холодина. И там, когда кровать днем спят, кровать расстилают, ложатся, и матрас же холодный. И поэтому постоянно простывает. А здесь-то дома сейчас тепло. На улице, по-моему, минус 3 всего. Тепло. Но на этой неделе интернет посмотрела. Плюсовая температура. А потом, по-моему, в следующую субботу только. Там немножко типа снежок или не знаю. Или мокрый снег. А эту неделю плюсовая температура.
Здесь утолщение, блин. Вот так. Иголком прихватила. Здесь прошью, а потом уже лямки. Лямки, да? Или хлястики. Сегодня с утра что-то она, у нее нос забился. Думаю, видимо, ночью прохладненько, наверное, было ей. В квартире-то тепло. А здесь... Ой, дочери я раньше шила, когда маленькая была. Чепчиков нашила. С рюшечками. Ой, красивенные. Ой, твою дивизию. Иголку против шерсти наколола. Я дочери и шапочки вязала, тоже наподобие чепчиков. Тоже вот так вот, вот такую полосу, заднюю часть, и потом крючком обвязывала. И вот здесь такие укроти. Как-нибудь вторая покажу. Эта шапочка до сих пор... Ой, фотография есть. Иголка располосовала прям палец. Ума нет, считай, калека. Сама иголки понавтыкала. Так. Сейчас, други мои. На ходу. Здесь прям миллиметраж не важно. Завязки мягенькие. Говорю же, стирные-перестирные. Сейчас посмотрят, скажут, вот деревня. То она носки штопает. То есть мужского белья. Но это верх. Это не нижняя, не штаны. Это верхняя вот эта часть. Футболка. Футболка или как она называется? Верхняя часть. Она прям нижняя часть. Вот эта фланель прямо. Прям мягкая-мягкая. Сейчас тот кусочек дошью. Сейчас другие. Вот я иголкой распорола палец. Думала, показывать вам, не показывать. Думаю, будете смеяться, что из мужского нательного белья шью внучке шапочку. Ну а что, из стыдного? У нее с собой привезла две шапки. Одна прям с помпоном зимняя. А вторая просто так вот петушком надевается без завязок. А это будет на шее завязка. Почему не сшить? Я так думаю. Может, кто-то посмеется. Зато ребятенок в тепле будет спать. Головка в тепле будет. Что-то какая-то поговорка же была. А, да, ну про ноги. Держи ноги в тепле. А что-то такое еще не помню. Я что-то думала. Блесну эрудиции. Что голову в тепле, ноги в тепле. Ну и голову в тепле тоже, други мои. Я сама сегодня с бассейна вышла, видели же? Ехала без фуражки, без шапки, в машине вроде тепло-тепло. А приехала что-то это... Холодновастенько, прохладненько.
Все, други. Финита ля комедия. Не знаю, хлястики, наверное, длинные получились. Жанеля! 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 Блин, где? Жанеля! Пошли, я тебя зову. Аккуратно. А там кто? Где? Ну, чтобы штатив не уронила. Ой, я что-то опять разделась. Фу, без рукавку. Давай, смеля. На меня смотреть, не надо на камеру смотреть. Петр. Жанеля. Кутрибасы. Вот теперь на камеру можно посмотреть. Повернись боком. Нет, подожди, Жанель. Вот так, боком это вот так вот. Вот. А здесь немножко, видите, стало. Вот поэтому там защипы нужны были. Оно бы вот так ушло. Ладно, так, иди Пашке, Ажике покажи. Сзади видели? Все-таки здесь по бокам надо было защипы сделать. Сзади немножко так. Ну, пускай она с косичками же. Косички там будут, но сзади пойдет. Когда увезу ее домой, наверное, переделаю. Здесь вот подпарю. И... А, не подпарю, надо будет полностью убирать. Ну, посмотрю. Оно, в принципе, не мешает. Потому что сзади косички. Если натяг будет здесь плотно, то косички будут торчать, мешаться. А так... Не свободно. Себе об оправдании, да? Все. Так, машинка. Спать. Время без 15:09. Что-то у меня фары закрываются. Фары закрываются. Все, другие мои. Всем пока. На комментарии почти не отвечала. Надо вообще волосы подстричь. Вот это, видите, как спала. Я, когда волос длинный, вот когда YouTube 8 марта начала вести, в тот день у меня волосы вот так были. Я взяла, Жанель покупала резиночки, и вот всю голову вот такими хвостиками сделала и посрезала. Ой, я чувствую, завтра, послезавтра я, наверное, сама подстригусь. Потому что в тот раз пошла стричься, она вроде здесь нормально убрала. Я сказала, говорю, здесь покороче сделать. Она говорит, ой, нет. Потом, когда будете этот феном укладывать, надо, чтобы она пышненько была. Ну, где бы я феном укладывала, правильно? Я говорила, ну, покороче сделать. Нет, 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 здесь там некрасиво будет. Надо вот малость вот так надо состричь. Может, парикмахерскую пойду. К другому мастеру. Опять оболванят. Все, други мои. Пока. Други мои, подруги мои, не други мои. Всем пока, ваша Зинаш.